Сегодня особенно важно воспитывать грамотного, образованного гражданина своей страны, в том числе в правовом отношении. Так, 16 ноября депутат Ивановской областной думы Дмитрий Ключерев для учащихся 10 и 11 классов средней школы номер 1 провел урок, посвященный 30-летию Конституции Российской Федерации в рамках реализации проекта «Разговоры о важном». В своем выступлении депутат подчеркнул историческую важность документа, поднял его основные принципы и показал, как они влияют на жизнь каждого человека. Дипломатично и доступно для понимания Дмитрий Игоревич подчеркнул, что Конституция – это основа правового государства, гарант безопасности и свободы. Разговор шел об очень серьезных вещах, о Конституции, правах и свободах. А вот вторая часть – это открытый диалог. Диалог выпускников, учащихся с депутатом. И что меня удивило, поразило, настолько это было живо и интересно обеим сторонам. Вопросов задавали немало. И касающихся политики, и перспектив развития нашего района. Вопросы самые различные. И очень полные ответы наши ребята получили из уст Дмитрия Игоревича. То есть открытый диалог состоялся, очень живой, насыщенный, интересный. На специальном занятии у школьников была возможность поговорить о Конституции более подробно, чем в рамках обычных встреч с молодежью. Примечательно, что для детей тема государственности интересна, а в связи с событиями в современном мире актуальных вопросов у ребят было довольно много. Интересовало все – и федеральная повестка, и областная, и муниципальная. Также уделили внимание и личной жизни спикера. Этот урок стал настоящим праздником знаний и истории, который надолго запомнится всем участникам. Интересно было узнать о том, как Дмитрий Игоревич вошел в политику, и о тех вещах, что он считает самым важным в успешной деятельности, в успешной карьере. Очень важно для нас было то, что Дмитрий Игоревич, хотя он достиг больших высот, но разговаривал с нами на равных, живо отвечал на любые наши вопросы. Их было немало, они были в совершенно разных сферах. Он не растерялся, отвечал на все достаточно подробно. В конце мероприятия Дмитрий Ключерев поблагодарил всех присутствующих за внимание и активное участие. Он замотивировал школьников беречь и соблюдать основные принципы Конституции, вместе строить правовое государство и достигать новых высот развития. Несомненно, подобные мероприятия станут традицией в нашей области и будут способствовать формированию гражданского сознания и патриотических чувств, в которых каждый ребенок нуждается для своего будущего и будущего нашей страны. Виктория Семенова, Виталий Узгринько, телеканал Фурманов ТВ.